Texas, our Texas, all hail the mighty state. Texas, oh Texas, you're wonderful and great. День добрый, на связи МК-баскет. Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную и культовую игрушечку под названием Виктория 2. И сегодня у нас уже с вами 13-я несчастливая часть прохождения Замочный Техас в 5-й партии. И посмотрим, насколько сегодня она у нас будет удачной или неудачной. Ну, скотина, сколько загружаться можно, сколько слов мне надо сказать, чтобы ты заработала, тупая, не очень оптимизированная сегодня почему-то игра. Ну, даже не сегодня, а в последней партии. Что-то очень странно, загружается оно очень долго. На последнюю сохранку не смотрите, это я тут экспериментировал, игрался. За другую страну кое-какие приколы делал. А чё, было весело. Так, не на запись, просто пошутить, поиздеваться. 13-я часть прохождения. Обычно в 13-х частях у нас бывают какие-то приколы. Это что в играх не Виктории, в других играх, в парадоксах, не парадоксах. Ну, какие-то парадоксы бывают. Так что посмотрим, что у нас будет сегодня. Так, что тут у нас? Оправдание Сокота, 170 дней. Армия у нас тут есть, но я бы не сказал, что это шибко серьезная армия. 21 тысяч. Ну, хотя это варвары. Ну, не знаю. Лучше бы, конечно... Хотя, я думаю, может быть, и ей справимся. Посмотрим. Можем подкинуть вот эти вот 3000 туда. Ну, шутки шутками, а если серьезно, то ждем. Война, я думаю, будет очень простая. Я говорю, что и про Перу, что и про... Что за это? Голова раскалывается сегодня. Сокота. Так, колония. А это просто, что мы можем создать. Это неинтересно. Проигрываем, однако, чуть-чуть тут. Но мы не можем инвестировать. Тут мы победим. Хема, не скоро. Где-то мы скоро победим. Здесь скоро. Январь, февраль, март, апрель. 21 апреля. Ну что, круто. Круто. И тут, здорово. Тут, наверное, мы тоже 10-то, что. Ну... В принципе, потихоньку мы на подходе, так что это радует. Ну, по идее, должно радовать. Так, что там показалось, думаю, что базу замутили. Мочим перуанцев, ага. За Перу никто не впрягается, кстати. Ух, ё-моё, круто, я даже сохраню честь этого. Проигрываем, да ладно, бывает, проигрываем, и чё? Проигрываем, не значит проиграли. Это самое главное правило, в том числе и в рамках колониализма. Ну, победить в колониальном плане такие страны очень тяжело на самом деле. Хотите вы этого или не хотите, а вы, по идее, должны хотеть этого. Победа над ними. Так, сюда база. Нет, здесь база. И все, пожалуй, да, больше денег нет. Ну, ничего страшного. Так, разбили. Ха. Ну, столицу сейчас возьмем. Ждем. Апрель, 21 апреля. Главное не забыть и не пропустить дедлайн, а то может быть очень обидно. Я смотрю, тут в некоторых регионах... А, в принципе, здесь мы уже можем как бы и отступить. Это земля, ну сколько мы теряем населения? Кстати, вот этот кусочек Гамби, он как бы великобританский. То есть, если они заберут весь этот сектор, как бы потом, если воевать будем, то либо за вот эту вот маленькую дрочь, либо за все это. Ну, в принципе, тут население у нас 20, 55, 75... Ну, пусть будет 80... Вон, ну, 100 тысяч, ну, блин, 130 тысяч. Ну, конечно, печально, но ничего страшного, я думаю. Из земли пожирнее, это я специально не забираю, потому что сюда обычно не лезут. Если кто-то полезет, я туда сразу прыгусь к тому моменту времени. А так-то мы выиграем потом. Либерию жду, пока она вестернизируется. Ну ладно, пока тут занимаются, мы будем заниматься с Перу. Не буду говорить, чем мы будем с ней заниматься. А, ну уже захват столицы, 17 очков, половина счета. Ну что, круто. Так. Ну давайте сюда пойдем. Может, он столицу пойдет освобождать. Техас, Тексас, это здорово. Это очень-очень здорово. Не, ну на самом деле, любая победа, это здорово, это очередная победа. Ну да. Что там у нас? А, Колумбия, да-да-да, Колумбия. Что-то, блин, сегодня голова не работает. Вроде как-то все нормально, а вроде как-то и ненормально. Такое двоякое чувство. Ну все, у нас дружеское мнение уже с Колумбией, значит, что мы постепенно можем ухудшить мнение Колумбии о Великобритании и Франции. США тоже можем оттянуть, но она, в принципе, не лезет, я смотрю. И сами на нее нападать, кушать ее жирненькие земельки.
Главное, чтобы они не вот эту вот провинцию... А хотя пусть отдают, я все равно потом Амазонию захватывать буду. Тем более, это сильно Бразилию не укрепит. Пожалуй. Так, сколько? Там счет это дало. 3%. Армию вашу расхренакать, что ли? А почему бы и нет? Почему бы... Сокота. Сокота, что ты делаешь? Заза, прекрати. Ну, типа того. Не, Сокота очень жирная земля. Там где-то под миллион будет в этом регионе. Я помню, мы с вами играли за нее. У нас третья партия была за нее. Ну что, была довольно веселая партия. Ага. Было весело. Так, ну что тут у нас? Ну, конечно, они не примут мир. Не-не-не. Ну, как хотите. Мое дело предложить, как говорится. Ваше дело отказаться. И все довольны, все счастливы. Так, улучшить. У нас там событий еще не появилось. Не, мы же промку-то не качаем. А надо бы. Да, за Техас тут раскачиваться сложно. На самом деле. Но сейчас все попроще будет. Видите, у нас уже какая грамотность, сколько очков мы получаем. Уже обстановка. 21 апреля. Я пропустил. Или нет? Да. Ну, пару дней, я думаю, не критично. Пожалуй, нет. Короче, мы получаем Амхару. Одну провинцию всего лишь. Население зато 179 тысяч. Тут производится кофе. Довольно жирненько. Ну, идем сразу в Сомали. Экспедицией. И мы получаем с вами Западную Сахару. Круто, что, да? Ага, так, у нас есть 77 очков. Тут надо думать. Ё-моё, проигрываем. Блин, мы везде, я смотрю, сливаем. Откуда у вас только очков? А тут надо подумать. В принципе, вот эту землю, я говорю, я могу сдать. Ну, давайте считать, потому что это правильный путь будет. Ну, пусть будет 30, ну, пусть будет 50 тысяч. 50, 72, 72, 62, 50, 72, 82, 90 тысяч. Тут 90 тысяч, вот это и не такая жирная земля. Вольту я отдавать не хочу, хоть убейте. 35, но это уже будет у нас 70, ну пусть 80, 80, 160, 270. Да я даже досчитывать не буду, очевидно, что вольту я им не отдам. Хрен бы с вами. Так, а тут что у нас? 43, 40. Так, голова не работает. Так, уставший сегодня капец. Так, 77, 77, 140. Ну, в принципе, я даже считать не буду, видно, что земля. Вот эти вот две провинции жирные, их отдавать не хочу вообще. Но вот это отдать можно. Вот это даже можно отдать, она даже не такая жирная, как те. В принципе. Тем более, вот эта часть берега Слоновой Кости. Так что можно отступить. В принципе, ни хрена у вас там французы уже. Можно и отступить. А тут я не хочу отступать. Потому что мы уже вот тут проиграем. Много очков вложено. Так, во-первых, давайте сохранимся. Не хотелось бы потерять выгодную возможность. Угу. Так, ну давайте отступим, в принципе, или нет? Нет, стой. Тут у нас производится одно зерно, я так полагаю. Ну, рыба, скот. Ну, в принципе, консервный завод там можно замутить. А тут кофе производится, кофе все-таки по цене будет. Тут население поменьше. Не знаю. Где бы сдать? Ну, хрен с ним, давайте здесь сдадим. Здесь пока не будем сдавать. Сюда инвестицию. По-моему, зря мы так делаем. Но у нас-то выбора особо и нет. Пожалуй. Мы можем создать колонию, мы можем создать колонию. Колония. Такая провинция была в какой-то игре от Парадокса, по-моему, в Европе. Которую можно колонизировать. А, да, это здесь вот провинция была, где-то вот здесь, колония, помню.
Было дело. Ну, давайте как-то так порешаем. В принципе. Отдадим англичанам эту землю. Эквадорские националисты. Что-то они не спешат, я смотрю. Ни хрена себе. Откуда там столько эквадорских националистов? Это что, эквадорская земля, что ли? Эквадор! А вы чё, аутисты? А вы чё, аутисты? Не-не-не-не-не-не-не, он аутист, он занимается фистингом, я это не одобряю. Ну, по крайней мере, среди военных действий в игре Виктории. А остальное уже остальное. Так, это уже неправильно. Во всех смыслах. Я тут, значит, решаю в колониях, они там занимаются каким-то... Не буду говорить, чем они там занимаются. Ладно, давайте загрузим сохранку пораньше. Так, 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 кстати, мы не посчитали, сколько мы получили населения. Так, 21-го, так, тут-то мы его разобьем. Ну, давайте отсюда переиграем. Это будет, пожалуй, более правильно во всех смыслах, во всех сношениях. Сокота, не выпендривайся, ты сдохнешь. Ну, вообще-то с такими замашками она реально сдохнет. Я думаю сейчас. О чем? Это тоже хороший вопрос, о чем я думаю. Я думаю о том, как бы поступить в колониальном плане. Не хотелось бы сливать те земли. Там, где провинция готов уступить. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, 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 тут все правильно, ждем. И тут, в принципе, мы еще делать не можем, так что тоже ждем. Флот, 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 кстати. Флот, флот, флот. Заказы. Угу. Все равно сейчас нас раскроют и обломают весь кайф. Они это умеют делать. Не стали обламывать. Молодцы, что могу сказать. Так, все, мы перезаписались. Это хурусо, это хуру... Че? Трансваль? Ты че, больной? Нах ты не сдался. Я тебя скорее сожжу, кстати, 10 тысяч халявного населения. Тем более здесь регион, сюда миграции могут идти. Кстати, можно их и нужно, пожалуй, сожрать. Долго оправдываться будет. Но оно того стоит, именно в нашем случае оно того стоит. Обязательно их сожжу, так же, как и Либерию, когда они вестернизируются. По правилам всей логики, я должен был бы их жрать тогда, когда они вестернизируются. Чтобы дешевле, быстрее все это провести. И они меньше там сопротивления окажут, чтобы они варвары не цивилизованные. Columbia Pictures. Не представляю, какие фильмы мы здесь снимаем. Чё? Не-не-не-не-не, я такой наркоман не буду заниматься. Так, тут. И тут. Сразу в Сомали. Кстати, до этого берега дойдем, это будет круто. Единственная возможность дойти сюда. Так, теперь тут давайте решать. Что тут по кризисности, кстати? Вообще-то кризис может произойти. Но я не думаю, что мы нагнем Великобританию. Кто за нас пойдет, кто за них. Вообще мы как-то с европейскими державами не особо-то и дружим. Надо бы об этом тоже подумать. Так, я базу где-то ставил, я помню. Так и не поставил. Здорово, здорово, здорово. Угу. Так, 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 так. Ну что, тут, я думаю, все-таки мы отступаем. Вот тут, я думаю, что же отступить. Главное тут не просрать. Ну, в принципе, наверное, это будет правильнее. Давайте сдадим тут по позиции. И тут. Зато закинем очки сюда. Сюда. Ну, сюда обязательно. Это я тоже не хочу отдавать. По крайней мере, пока тут не сделаем точно уж наверняка. У нас еще остается 207 очков. В принципе, мы больше тут ничего не сольем. Сюда я не могу, например, влезть. Можем пойти сюда. Смысл тут уже все наше. Сюда не залезет никто. Португалия колониальной страной не собирается становиться. Вот это, смотрю, уже все поколонизировали, да? Нормально, Нидерланды колонизируют. Круто.
Ну, мы можем только сюда высадиться. Ну, вот этот задрипанный островок, я не знаю, насколько оно того стоит. Ну, мы можем из такого разряда кинуть сюда инвестицию, то есть отправить экспедицию на остров Пасхи. С расчетом на то, что если что, как бы мы отзовем оттуда, если нам будут очки требоваться. А остальные 100 очков я, наверное, больше посылать не буду, потому что тут мы очень сильно отстаем. Не хотелось бы слить. Поэтому как-то так. А, ну, про тот регион я сказал, а про это я не говорил. Мы получили с вами западную... блять. Ну, ладно. Я зачитаю. Западную Сахару 13 тысяч, потому что потом он, наверное, не буду зачитывать. Шиношен 1970 0.04 зернышко. Тиндуф 1970 0.08 фруктиков. Бешар 5100 шерсть. И Тимимун 3950 0.010 фруктиков. Просто, по крайней мере, чтобы сказать, чтобы потом это не озвучивать по 10 раз. Блин, обидно, конечно. Ну, я говорю, за Техас, мы с вами за Техас, которого на момент начала игры было население меньше 16,5 тысяч. Я это всегда буду подчеркивать эту цифру. 16,310. Точная цифра, если я ничего не путаю. И мы с вами выстояли, мы с вами достигли таких высот. И колонизируем всю Африку. Мы тут возмущаемся, что, блин, провинцию урвать... В колониальном плане не можем. Но это нормально, помню. Так, 107 очков будем куда-то посылать. Ну, блин, не знаю. А мы больше не достанем. Сюда не достанем. То есть только замкнутые провинции колонизировать. А замкнутые провинции колонизировать — это такое себе удовольствие. Не, ну как, это удовольствие само по себе. По определению это удовольствие. Эфиопию, что ли, деколонизировать? Да нет, тут есть, наверное, земли пожирней. Уганду. Давайте оставим 107 очков. Спешить не будем, потому что остальные земли не так наши. На случай колониальных гонок. Я просто не хочу там проигрывать. Вы не представляете, насколько сильно я не хочу там проигрывать. Так что будем лучше ждать, пока мы сможем инвестировать. Не хочу слить те земли. Старайтесь заметить это дело. Британская Африка. Клоны. Перу, можешь мир, дружба, жвачка, все дела. Нет, не хочешь, ну ладно, как хочешь. Все равно эти земли будут нашими. Это факт-то. А может закинуть инвестиции? Не хочу рисковать. Пусть лучше флот строится с запасом. А потому что нам колонизировать? Смотрите, нам остались-то провинции для колонизации только те, где мы с вами уже все как бы сделали. То есть сюда не влезет никто. Ну кто, Турция? Ну как? Вообще колониал может влезть. Но Турция в этой игре колонизирует очень редко. Редко я очень, конечно, рискую. Но опять же, тут земли-то не очень-то и жирные. Куда она потенциально может полезть. Я не думаю, что мы ей проиграем в колониальном плане. Вот, как-то так, пожалуй. Аргументация, ай, такая. Ну, по крайней мере, самого себя я убедил. Канада. Хрена тут штаты сжигают. Аляску забрали, клоуны. Ну, а чем еще делать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Весело у вас, надеюсь, столицу берут. Нет, ну, жаль. И рабство отменили, вот же сволочи. Угу. Пусть лучше будет запас на колониальной гонке. Угу, взяли. Пука-урко. Может, мир не хотят, не хотят, перуанцы не хотят. Флот. Образование для женщин, вы что, больные? Давайте агрессивку, я хочу реформы. А что там было? Нет, сам Хьюстон не умрет. Сэм Хьюстон жил, Сэм Хьюстон живет, и Сэм Хьюстон будет жить. Это не обсуждается даже. Это даже не обсуждается. Ну, или как-то так, по крайней мере. А, блин, что-то сегодня голова реально жестко болит. А, пишу очень поздно, уставший. Ну, ничего страшного. Просто как-то поддерживаю разговор. Может быть, вам это интересно. В каком состоянии проходится Виктория. Так. А, иди сюда. Давай с тобой пойдем туда-сюда, давай с тобой пойдем сюда. А, не надо это напевать, только я не настолько упоротый. Пожалуй, но это не точно. Но все-таки, блин. Я не знаю, зачем это делает.
Сокота. Ну, наверное, Сокота думает, что какую-то выгоду от этого она имеет. Ну, пусть думает, они могут так думать. Но за это они, конечно же, получат очень сильно и сполна, когда мы будем с ним воевать. Припомню все. Угу. Миссия вспомнит все. Ну, или как-то так. Так, что там у нас, кстати? Нас кто-то дискредитирует. Дискредитатор хренов. Да блин, идите. Встаньте и идите. Угу. А, ну нормально. Внутреннюю Мавританию мы можем сделать. Это круто. Это круто, это круто, это круто, это круто. Техас отжигает. Техас отжигает. В колониальном плане. Да и не только в колониальном плане, в целом как страна. Да уж, весело. Юнкос. В 20-х числах где-то было. Ведь дебило, да? А, ну ладно, тогда это аргумент. Техасские реакционеры. Чуваки, я вас прекрасно понимаю, что вам не нравятся эти дебилы-консерваторы здесь. Потому что они хотя бы антимилитаристы, не приходится оправдывать войну, хрен знает сколько. Ну блин, а что поделаешь? Выборы, демократии, все в этом роде. Голосуйте активнее. Привлекайте людей, переубеждайте, а не восставайте. Не, вот они подняли там армию, там сколько, 6-9 тысяч восстали. Они думают, что они реально победят. Да блин, я, конечно, понимаю, что сегодня 13-я часть, но не настолько сильно выносить мне мозг. И не только мне, кстати, хочу заметить. Ладно, хрен с вами. Ничего, не нажал, я же нажал. 7 710 000 у нас уже население. Это круто. Скоро будет 10-миллионником Техас. А там 20-миллионником, а там 26-27-миллионником, как в реальности Техас. Угу. Не, на самом деле, здесь население гораздо больше, если мы циферку наведем, нам напишут, что у нас население 30 850 000, но это опять же только мужское, и только взрослое население. Правила игры таковы. Но, тем не менее. В принципе, в игре все считается по такому населению, это так просто для общего... Ознакомление, что ли? Так, флот, 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 флот. Флот, флот, флот. Флот. Так, 20-го где-то, да? Да за... Сокота, ты не право. Не, кстати, я не считал. Вот смотрите вы это видео, пожалуйста, посчитайте, сколько в этом месяце эти чудо-зу... Нет, я, конечно, понимаю сокотовцев, что не хочется так это, что мы играли за них, как бы, все это. Но, ё-моё! Тут правила игры простые, что когда вы играете за какую-то страну, вы топите за эту страну в этой игре. Вы в ущерб всем интересам других стран мира. А когда вы играете за другую страну, вы делаете точно то же самое. Так что тут ничего такого криминального нет. Да похрену. С удовольствием их раскатаю. Как раз тут техасов особо... Нет, ну есть техасы. Ну, немножко этническую политику поменяет. Тем более они все равно не победят. Вот давай, сейчас раскрой. Их не хочешь? Так, внутренняя Мавритания, тут мы победим, да? 21-го. Ну все, еще одна победа для Техасского Отечества. Так, за 10-15 очков, может кого-нибудь еще закинуть? Ну вообще-то, может не надо. Вот же сволочь, все-таки в Джибути полезли. Но хрен с ней, забирайте себе эту Джибути, главное не трогайте эти земли. Пути они захотели взять. Клоуны, блин. Конечные. Мы никуда влезть не можем. Эх, ладно, что поделаешь. Ничегошеньки. Ну, не знаю, зарубиться за что-нибудь. Отправить одну экспедицию. Ну, давайте какую-нибудь экспедицию закинем. С расчетом на то, что если что, отзовем. Куда-нибудь, ну, я не знаю. Куда. Что тут жирное у нас? Ну, давайте хотя бы ту же эту, например, Северный Камерун возьмем. Ну да, хорошая земля, в принципе. Если что, отзовем, если очков не будет хватать. Так, так, так. Или вот эти земли лучше для подстраховки. Ну, давайте подстраховку сделаем. Мало ли турки полезут. Я очень сильно сомневаюсь, что они полезут, но... Лучше перестраховаться, чем не застраховаться, как говорится. Так, так, так. Перу, может, мир, дружба, жвачка.
Но мы же уже победили. Ну, как хотите. Мое дело предложить. Ваше дело обосраться. Как говорится. Ну да ладно. Как хотят, так и будет. Тексас, Лавега, Тексас, отличная технология. Технологии шагнули очень далеко вперед. Речь пойдет о... О чем там у нас речь шла? Об орудиях, да, скажем так. Ну там-то об интернете речь шла, конечно. Ну какой нахрен интернет в 19 веке, пусть даже и в конце. Ну, скоты, они просто нас обгоняют. Мы чуть-чуть не успеем проинвестировать, они нас кинут. Отлично, можем закинуть инвестиции. Блин, дорогие инвестиции. 40 очков. Чтобы эту экспедицию. Я вам ничего не отдам, даже и не думайте. Не заслужили вы этого. Я надеюсь, может, кризис выскочит. Ну, вряд ли. Австрия пошла тут трещить, я смотрю. Австрия для австрийцев. Типа того. А мы не австрийцы, поэтому уходим за Австрией. А что, кстати, очень тонко. Да, может так троллить. Типа, Австрия для австрийцев, такие, там, венгрии кричат. Австрия для австрийцев, там, Чехии. Австрия для австрийцев, там, украинцы. Австрия для австрийцев, там, и прочее, прочее. Такие австрийцы, такие, да, да, Австрия для австрийцев. Ну да, раз Австрия, все такие, все вместе, все народы. Ну да, раз Австрия для австрийцев, мы уходим за Австрию, мы же не австрийцы. Ну все, пока, типа. А что, такой тролл смачный. На самом-то деле, довольно неплохой. Может так потроллить. Ну давайте уже, вы же проиграли, вы это понимаете. Ну уже это правда понимаете. Было бы очень плохо и печально, если бы этого не понимали. Ну, в принципе, я говорю, да, можно вот так вот зайти, просто оккупировать эти земли. Даже разбить их можно, оправдали войну. Так, ладно, дальше кто там у нас? Со штатами мы уже можем решить вопрос? До какого? Ох, ё-моё, до хрена времени. Бразилия, ты мне уже не указ, пошла в баню. Кого будем жарить? Боливию? Или Аргентину? Ну, давайте, наверное, пожарим Боливию, заберем ее. А что мы ее заберем? Тукуман? Да, наверное, так. Так, оставить. Захват региона. Угу. Уже меньше времени оправдания, это радует. Так, вот тут, конечно, надо подумать, как нападать. Ну, в принципе, мы их армию разобьем, так что можем и так сделать. Мы можем себе позволить. Причем даже сразу войну кинули. Обычно войну сразу не кидают. Как будто они ждали этого момента, типа они такие сговорились. Так, Боливия, короче, у нас есть маленький инсайт. Откуда инсайт? Ну, знаете, просто однажды мы тут послушали выступление президента Техаса, он сказал, что сейчас выбежу там эту, какую-нибудь там Боливию. Ну, мы подумали, что, скорее всего, он будет оправдывать войну против вас, раз такие заявления сделал, делает, да? И типа такие, а, ну, давайте, типа, вот вы сейчас их, типа, осудите, открою, раскроете оправдание. А мы тут такие, наконец, сразу, типа, хопа, и я туточки, типа, обжим бы и нет, да? Кстати говоря... Потому что обычно кидают не сразу, они кидают, там, ну там проходит 10-15 дней, там, может месяц даже, может еще больше, но это редко уже, правда. Ну, бля, они прям в этот же день кидают. Мы типа раскрыли, а, все сразу, хана вам. Боливия, будь добра, отдай нам земель своих сполна. И сейчас опять нас раскроют. А как иначе. Блин, Эквадор, мы за тебя топим, зачем ты из земли, тупой ты дегенерат. Так, победили, победили, так. Ага, техасский Эквадор, а что так эпично выглядит? Довольно жирненько. Перу, население 350. Что-то не очень-то жирная земля, что ли, получается. Раскатать этих скотов на гусеницах. Так. И так. Так, день на растабуляцию. Мы получили с вами регион Паста за население всего лишь 22460. Какой ужас. Мы за это воевали. Угу. А именно, Юрий Магос, 2630.164 дерево, Юнка, 2630.280 скота, ну, этих, лам, Пукаурко, 2630.209 дерево, и, конечно же, Икита, 14562.624
Дерево тоже неплохо, вроде бы все. Икита самая жирная провинция. Ну да, Перу такая хрень. Прикольная по размерам, в форме. Ничего так долго. По-моему, мы проиграем в колониальных гонках. Максимум, что мы сейчас можем решать, это один регион забрать. По-моему, мы не заберем. Ну, колониальная мощь Великобритании, пожалуй, побольше, чем Франция. Но, с другой стороны, у Франции этой колонии особо нет. А вот у Великобритании колоний очень много. Поэтому они очки тратят на содержание. Тратят. Боевой дух плюс 15. Круто. Так. Надо куда-то закинуть инвестицию. А куда? Да хоть куда. А некуда закинуть. По-моему, везде базы топовые построили, где это можно сделать. Было, пожалуй. Ну, наверное, да. Ну, тогда ладно. Блин, эти придурки восстали. Весело. Угу. Не успели, к сожалению. Печально. А, неужели реформу можно протянуть? А за соц почти готово. Ну, давайте дадим реформу. А, они сами на нас напали, придурки. Ни хрена себе кубик пришел. Кубик какую-то хрень пришел. Почему им дали восьмерку? Нам нолик. Ну блин, мы-то, конечно, их разобьем, но как-то не очень круто. Так, ладно, мы пришли. Ну, не знаю, насколько это будет удачным вариантом для нападения. В принципе, они отсталые варвары. Так что, думаю, будет все нормально, тем более у них еще нет этого. Просто прийти и разбинать их. Забираем мы с вами Восточный Хаусаленд. Объявить войну за захват региона Восточный Хаусаленд. Да зачем кого-то призывать? Война будет очень простой. Они еще отступили, Гуякиль. А, ну да, все, в принципе, правильно. Только подождите их. Ага. Можем закинуть инвестиции. Ни хрена инвестиция по 60 этих. Да пипец. Я там на подстраховку даже отозвал. Привет, вы что, охренели? Ну, у меня нет столько очков, вы что, больные? Ну, реально больные, да? А вы пробовали лечиться? Может, вам клизму поставить? Плохо дело. Ну, а что поделаешь? 10 октябрь, ноябрь... А, ну вот, сейчас вот 31 числа будет дело. Португалия, ладно, чтобы колониализм не полезла, а то будет печально. Блин, они инвестируют каждую секунду. Твари. О, мы разбили его армию тут. Ни хрена себе! Чё это за щиты? Чего, 75-й год у них база 5-го уровня? У нецивилизованного государства 5-го уровня база? Чего, блин? Не, вы гляньте на это дерьмо. Это база 5-го уровня, это года 1918 тут. База времен Первой мировой войны у Сокота. Ё-моё. Нет, я, конечно, все понимаю, но это, по-моему, перебор. Я даже не хочу спрашивать, как она у них оказалась. Не знаю, если у нас была... А, мы, в принципе, видим, блин, ну... У них второго уровня крепости, у них второго. У ведущих европейских стран, блин, у этих даже первого в Берлине. В Вене второго, но Россию даже смотреть не хочу. Блин, вы чё, больны? Как у них база 5 уровня может быть? Чего? Я правда не хочу даже знать, как это произошло. Даже если они там все реформы. Ну, блин, 5 уровня... А, это он все-таки ушел. Ну, как у тебя база-то 5 уровня оказалась? Не, правда, это как-то...
Игра сломалась? Несите новую. Сознательно стоить. Пипец какой-то. Наверное, лучше подкинуть в Африку народу, раз они там не справляются. Так, все, мы выиграли. Давно уж как выиграли. Так, мы получаем с вами Касаи. Ага, то есть тут мы, если что, можем тоже отступить, но я бы этого не стал делать. Не отдадим. Принципиально будем до последнего рубиться. Ни хрен чего у вас получится. И у нас, но это уже отдельный вопрос. Так, мы получили с вами регион Касаи. Население 108 тысяч, а именно следующие провинции. Ченг 14720.003 зернышко. Лусамбо 46101.10.39 тропическая древесина. И Кананга 47170.005 фруктиков. Довольно неплохо. Да, большой тут кусок земли у нас с вами. Не, вот как это понимать? По-моему, они что-то подрубают. Как у вас база 5 уровней оказалась? Нет, я правда этого не понимаю. Может, у них там какое-то событие? Или нет, бред какой-то. Не, а правда, как у вас база 5 уровня оказалась? Я реально не понимаю. Пипец какой-то. Клоун, блин. Жесть. Да я знаю, что мы проиграли, у нас очков нету, понимаете? Давайте кризис. А вдруг выгорит, как говорится. Я не утверждаю, но не исключаю. Так. Сколько можем? Ну, давайте подкинем. Долго, конечно, пей будут. Пипец какой-то. Ну, правда, а как? За 5 очков еще регион сожжет. Да пошли в жопу. Это пипец. А, ну я тогда сюда. Непонятки. Чё там? Да-да, престиж плюс один, круто. У нас почти 8 миллионов уже населения. Нью-Йорк. Давайте из Халеска поддержку солдат в Нью-Йорке. Пусть янки воюют за нас против янки. Халеску, 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 Халеску. Халеску, Халеску, Халескушечка, хохочу. КША. У КША население уже потихонечку набирается. Кстати, туда мигрирует народ. Ни хрена народ в США прет. Нам тоже, в принципе, прет. Бразилию прет. Ну, Бразилию-то кто в здравом уме поедет? Непонятно. Ну, главное, что к нам миграция идут. Это хорошо, на самом деле. Вот базу там получил-то 5 уровня. Мать вашу. Может, какое-то событие есть, про которое я не знаю. Что если какая-то страна объявляет нецивилизованному Сокоту войну, то там, типа, охрененная база. Да ну, бред какой-то. Такую базу даже технологически нереально построить. Чтобы создать базу 5 уровня, у вас должна быть... Это даст вам базу 1 уровня, это вам даст базу 2 уровня, 3, 4, 5. Ее только в 1900 году можно строить. И то при условии, что вы сразу ее как бы замутите. Че за бред? Ну нахрен. Пипец. Вот мы сейчас только исследовали, мы можем только базу 2 уровня замутить. Маразм крепчал называется. Ну хрен с ним, захватим. Конечно, каждый раз его захватываем. С другой стороны, это их столица. Я правда охренел. Кстати, как тут этническая политика изменилась. Радуйтесь, придурки, мы вас объединили. Вернули вам ваши земли, плюс еще кусочек дали. Эквадор! Когда, кстати, экспедиция? Крепится 17 января. А, скоро. Не слить бы, где тут у нас сливное положение. Ух, ё, тут реально сливное положение. Ладно, ждем время на нашей стороне. Уже войну оправдываем. Да-да-да. Чё? Баден хочет у Италии освободить народ? Баден... Блин, я угораю с этого чувака. Баден сажал Швейцарию, и через эту Швейцарию что-то хочет сделать с Италией. Ну, это вообще мило. Смотрю, туда уже германцы понаехали.
Весело. Я предполагаю какую-нибудь Сардинию Пьемонт освободить, да? Потому что и вся Италия построена на базе Сардинии Пьемонта. Других стран тут нет. То есть Италия прекратит свое существование, да? Слушайте, ну это так мило. Мерида. Ну круто. Он что, не мерда? Монитор. Струхи. Это пипец какой-то. Особенно я насчет базы это говорю. Тут надо укрепить. Хрена Техас тут. Кстати, что там по карте Техаса? Ну, я смотрю, Техас, еще один регион, кстати, тут закрасили. Тут довольно неплохо на Юкатанчике устроились, на Испаньоле. США вся под контролем Дикси, по сути дела. Тут много Дикси в центральных землях. Тут вообще шикарно. Тут, ну, здесь ничего мы не сделаем, к сожалению. К сожалению. Когда сюда, кстати, когда мы Сомали заберем? А, 17 января уже заберем Сомали. Это круто. Это очень круто. На кого вообще она волнует? Так, где мы там сливали? А, мы не можем. А сюда мы можем. Ну, в принципе, тут мы тоже можем проиграть. Как бы ничего страшного. Но только надо думать, куда. А, в принципе, уже 17 января. Сейчас все порешаем. Так, мы получаем с вами Сомалиленд. И получаем выход к этому морю. Круто. Сразу морскую базу надо подумать, где поставить. Ну, в Бербере, как в самой жирной провинции. И мы с вами забираем Арауканию, остров Пасхи. Техасского Арауканию, весело, сразу базу мутим. Так, ну тут все понятно с островом Пасхи. Мы получили с вами провинцию остров Пасхи из региона Араукания. Вообще хочу заметить, что это вот этот вот самый регион, к нему она относится. Население 750 человек, всего лишь все полинезийцы, и тут рыбка есть. Так, плюс Сомали... Так, стоп, сейчас я инвестиции закину. Будет весело, если не закину. О, ну ладно. Сравняли счет. В жопу пошли. Ну, будем куда-то еще лезть. Очков нету, чтобы куда-то лезть. Надо тут победить для начала. Спите, Харви, нахрен. Так, сейчас посчитаем Сомалиленд, что мы там с вами заимели. Так, мы получили с вами Сомалиленд. Население 147 100. Ну что, круто. А именно следующие провинции. Кисмайо 20 750 скот. Байдоа 25 301 456 хлопка. Хобьо 18 650 зернышко. Босасу 28 350 зернышко. Пербера 46 101 007 хлопка. И Сайла 7 550 0.000 зернышко. Кстати, чисто потроллить. Ничего личного. Все равно у нас сейчас нет времени куда-то влезть, возможности. Не, если была возможность отжать Эритрею, я бы и отжал. Ну, Джибути конкретно. Рыночек порешает. Нахрен идите. Так. Пипец какой-то. 27 очков. Куда волокоджу? Что за маневры? Мне кажется, они пытаются нас как-то намахать. Техас. Стойте, стойте. Восточная Мали. Да не отдам я вам Мали. Нет у нас очков, но я его вам не отдам. Вы нас подтянете туда, второго уровня. Птички тратят. Если что, отзовем. Кстати, нам должны вернуть, по идее. Ну все, минус одна армия. Что там у нас? Консервный завод, круто. Хана вам. Так, ну давайте захватывать регион. Не хотят отдавать варвары. Ну, столица с их я до сих пор охреневаю, честное слово. Так, ладно, с армиями тоже потом. Ха, победили немцы, я смотрю. За пески выиграли, сражение. Ну пока они рубились вот за вот эту дрочь, я тут все заблокировал им, они не влезут сюда. Придурки, блин.
Не, ну а что они могли сделать? У них-то выбора не было. Бельгии... Я на месте бы СГС захотел бы аншлюз Бельгии после такого. Потому что, по сути дела, они колониализм весь испортили. Ну, хоть где-то Германия получила кусочек Марокко. Я про марокканский кризис, конечно же. Блин, они 100 лет эту базу брали. Причем тут инженеров есть полк. И пушки тут. Пипец. Что-то у нас, конечно, нет. Тут у нас патенты до 2-го уровня сами. Тут мы, по-моему, сольем. Походу мы где много здесь сольем. Рынок порешает. Рыночек порешает. Рыночек порешает. Угу. Очков нету. Это плохо. Где-то мы проиграли. Скоты. Ну хрен с вами, потому что уже там ничего не сделаешь. Там ничего не сделаешь. Пожалуй. Ну что, ну давайте. Потихонечку забирать землю. То мало ли османы сейчас захотят стать колонизаторами или португальцами. Ну, всяко бывает. Там уже, в принципе, падение было неизбежным. По чесноку так, если. Ну, одну провинцию, я смотрю, французы более сильно тупят, нежели чем англичане. Поэтому можно так и сделать. Все отдаете, молодцы. Население Сокота 1 590 000. Население Сокота 933 тысячи с копейками. Так, мы забрали с вами очень жирный регион под названием Восточный Хаусаленд. Население 665 660. Ну что, очень круто на самом деле. Хоть какая-то компенсация за эти потери. А именно следующую провинцию мы получили с вами. Кацина 171 714 715 зернышка. Кано 180 940 14 949 фруктиков. Хадеджия 189 990. 34 730 угля. Блин, этот уголь обеспечит нам всю техасскую промышленность. С запасом Зария 74 423 649 скота и Абуджа 48 600 3 251 хлопка. Довольно жирненькие земли, ничего не скажешь. Так, ну армию я, пожалуй, выведу. Смысл мне тут держать. Нам осталось только с вами сажать. Что сажать? Все сажаем. Так, ну у нас, я смотрю, деньги. Деньги. Ну, в принципе, можно сказать, деньги. Колониальные деньги. Есть, я про очки. Давайте еще одну экспедицию. Одну оставим на запас. Можем набрать народ. Ну, давайте наберем пехоту. Туда мы пехоту не набирали. Пропорции должны соблюдаться, как вы понимаете. Так. Долго там еще будет оправдываться война против Боливии. Боливия, это половинка. Я хочу на вот эту войну против Италии посмотреть. Насколько она будет нелепо выглядеть. А что, флот я убрал, что ли? А, ну вас-то и оставим. Мы сейчас к Боливии ж будем. Так, вас мониторы сюда. Вас всех в Трухильо. И флот сам в Трухильо я отправил. Отлично. Сохранится обязательно. Блин, население Техаса 8 750 000. Ну что, круто. Это очень круто. Плохо, конечно, сюда мигрировать никто не будет. Но что поделаешь. Если бы хотя бы один техасец приехал, было бы очень круто. Но он не приедет. Таковы правила игры. Сокота все уже. Блин, как они хоть эту базу получили? Я сегодня всю половину части ломаю голову. Как они получили крепость 5-го уровня? Игра глючит или что? Ну бред же. Я правда не понимаю. Боливия проснулась. Че, мы где-то проиграли опять? Почему у нас очки есть? А, нас подтянули, очки вернули, круто. Подтягивать страны не надо, пусть сами доходят до этого лимита. Потому что тогда вы им возвращаете, в частности, очки частично, которые они туда вложили. Угу. Я сделал специально, чтобы какая-то страна быстро все себе не позабирала. Но опять же, на каждую хитрую систему есть своя хитрая система. Кто кого перехитрит, как говорится. Ага, ага, ага. Так, 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 так. Очки нам уже вернули. Во-первых, сюда. Во-вторых, раз нам очки вернули, я выравниваю. Не хочу им отдавать эти 7000 населения. Плюс опять, чтобы базу можно сделать. Почему я должен ее отдавать? Хоть один аргумент есть какой-то в эту пользу. И это я вам не отдам. Пошли в жопу. По-моему, мы ничего не получим.
Ну, хотя бы мы время выигрываем. Не знаю, на кой лет оно нам уже нужно, потому что мы все, что надо, уже заколонизировали. Сюда, я боюсь, мы, к сожалению, не влезем. Тут штаты подсветились, я смотрю. Хотя есть на острове Пасхи замутить. Ну да. Если на острове Пасхи замутить кого правильно, эту, как ее, морскую базу успеть, то через нее, кстати, сюда народ может мигрировать, так что нормально все. Сколько там очков? 4 очка, да не буду. Потом, когда полностью порешаем, тогда и сделаем. Что там у нас? Завод удобрений Южной Джорджии. Ну что, круто. А почему бы и нет? Хороший вопрос. Бразильцы потихоньку ассимилируются, но это круто. Так, что там у нас? Дебаты, протекция. Нет, рыночек порешает. Надо скинуть ермо консерваторов этих, вигов. По-моему, у нас одна и та же. Кстати, у нас партия вигов, в КША тоже партия вигов. Мы туда свою партию посадили. Ну что, круто. Наша сфера, ну да. Партия вигов, ну мать вашу, ну почему такие мудозвоны? Ну почему их никто не может убрать? Ну, блин, такие не очень хорошие люди находятся у власти. Печально. Писялено, писялено. В Колумбии как дела обстоят? Что-то никак они не обстоят. Ну блин, походу мы тут сольем, что-то мне подсказывает. Конечно, уже кризис, по идее, должен произойти. Ну кризис тут, даже тут кризис, ни хрена себе, даже тут, а тут-то кто, тоже Афган. Афган везде взбухает, или Кашмир, какие тут, а, афганцы, ну правильно, пипец. Ну и какова вероятность, что это наш кризис будет? Мне больше всего прикалывает, что сейчас Баден задумал, он уже войну-то оправдал. Прикинь, сейчас войну кидает Италия из-за освобождения Сардинии и Пьемонта и выигрывает. То есть Италию, типа, как бы, типа, нет, Италия не будет существовать. Когда Сардиния Пьемонт произгласил себя Италией, как-то у нее это... А, очки появились просто, ничего страшного. У нее это получилось, но, типа, мы не поддерживаем данную концепцию. Так что ничего у вас не выйдет, как говорится. А что-то должно было выйти? Ну, в теории, да. В теории. Так. Перекидываем. Ну, сюда, куда ближе. Сюда. Ну, вас тоже можно сюда поставить. Боливия. Все-таки у Боливии, я думаю, будет правильно забрать Тукуман. Потом сразу же, может быть, если время есть, кинуть вар Аргентине, забрать у нее вот эту провинцию Ля Пампо. Она еще вроде, я смотрю. А, нет, это просто мы на удачно щелкнули. Ну, в принципе, пожирнее будет. Тут одна Кордоба до Аргентина, чего стоит по населению. Ну, почти у них 100 тысяч населения будет. То есть ни о чем. Туда никто не мигрирует. В Бразилию народ едет к нам. Ну, в Штаты, конечно, их же статуя свободы есть. Че бы туда не съездить. И очень читерский закон о гамстедах. По-любому уже принят. Ну да. Ну, ничего страшного, мы вас сожрем, мы вас закопаем. Нет, Боливия, нет. Найн. Не прокатит. Францию догонять пытаемся. Не, ну мне реально не нравится такое положение дел. Вообще не нравится от слова. Ну совсем. Я, кстати, я походу заболел. Какое-то чувство слабости, знаете, такое неприятное. Угу. Да, кстати, прикольное чувство. Не, ну чувство не очень-то прикольное, но сам факт его наличия. Я смотрю, они даже тут не могут с либертарианцами справиться. Ну, в общем, вот эти земли мы просрали. Не контролируются они, мы же их отделили от основной территории. Ну, конечно, можно по флоту, бла-бла-бла, все это время, конечно. Че, я вас еще не отправил. Так, в путь. Вперед из песни. Так. Угу. Деньги есть, только некуда их инвестировать. Очки даже есть, но их, ну, их не хватит на инвестиции. Ну не отдам я вам вольту, она очень жирная. Я вот эту вот слил, ё-моё. Это очень жирная земля. Ну это реально очень жирная земля. Мали. Мавритания, Мали. С кем заруб? Чё-то у нас проход войск.
А чё, всё-таки вы реально объявили войну? Баденская война за Пьемонтскую свободу. Скотина. Я не знаю, какая выгода от этого Бадену. То есть, по сути дела, что это значит на языке криптодискурса? Баден просто переименует Италию в Сардинию Пьемонт. Ну да, Сардиния Пьемонт, короче, не будет потенциально претендовать на все эти земли, которые она и так забрать не может. Плюс Италия может возникнуть на базе чего-то другого, да, Сицилия, к примеру. Ну, блин, Баден от этого какой выхлоп? Что, она что ли на их земли претендует Италия или нет? Какого хрен? А Баден тут, я смотрю, вообще поджигатель войны. Нет, я не против. Я сам же такой же. Но я тогда поджигаю войну только когда мне это выгодно. А здесь я выгоду его не вижу совсем. Нет, а правда, какая его выгода-то? Он просто дебил. Так, что там у нас база? Сассандра. Ох ты, круто. Здесь база уже на подходе. Это хорошо. Алмазы. Ангропекена. Ну чё, круто. Круто. Хорошая земля. Ух, ё, мне же вас вывозить надо. С новых земель народ-то подходит. Угу. Надо вывести всех. Ух, ё-моё, даже отсюда. Почему нет? Зайдите хоть аргумент против. Я принципиально не хочу отдавать ничего. Мы что-то проиграли, да? Нет! Твари! 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 Они забрались там. Ну, с другой стороны, какая разница, мы все равно закрыли тут все. Ну, все, вот это как бы наше все. Ну, кроме Джибути. Так, там базы у нас, я смотрю, строятся морские. Надо их улучшать. Тут еще нету базы. Но скоро будет. Так, у вас... хотя бы сюда. Тут, я думаю, мы с Боливией справимся. Сразу армию куда-нибудь. А, можно со столицы начать, кстати. Бразилия, конечно же, во всю бочке затычка, поэтому она влезет в эту войну. Во вред себе, но придурки. Не, ну как, в принципе, логика, знаете, такая, что они как бы продлевают с нами Ой, Краков, вот... Так мне хотелось распространить свое техасское влияние в Краков, вот, ну вы не представляете. Самое прикольное, что они в этой войне еще и выиграют. Ну, может быть. Я не знаю, конечно. Катон. Но, по-моему, не просто скучно. Им надо хоть как-то различиться. Блин, мы тут сидим все в бады, ничего веселого. А давайте выпилим Италию. О, давайте. Круто. Это плохо. Пандемия гриппа. Ну, раз у нас избыток очков, кстати, когда мы выиграем? 12-го. 12-го. Ну, по крайней мере, армию мы набираем с этих земель, это хорошо. Угу. Угу, угу. Так, так. Угу. Да, ну, Боливия, тварь, ну зачем ты это делаешь? Ну, бесит, реально. Это реально бесит. Бесит. Бесит, бесит, какое мерзкое слово, бесит, 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 хватит. Ах, капец какой-то, не говори, пора заканчивать часть уже, кстати, скоро. Ну, я говорю, 13-я часть, в принципе, ничего такого криминального, но по мозгам она мне, конечно, поездила с вот этими вот колониальными гонками, особенно. Так что, в принципе, знаете... Можно так сказать... Нет, Санкт-Петербург не умрет. Уже прошло сколько? 40 лет! 40 лет еще когда... Стоп, мне еще тогда сколько лет было? Уже 40 лет еще с тех пор прошло. Отпусти меня! Нет! Ну, как-то так это выглядит. Наверное, пожалуй. Не исключено. Так, 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 так. Только там что я делал? Солдат поставил. Вроде бы все, если ничего не забыл. Вроде бы. Вроде бы, вроде бы, вроде бы, вроде бы.
Так, тут я вроде порешал приказы, да-да-да, подавал. А, база, точно. Катону. Угу. Угу. Так, сейчас сюда поставим. Так, создать флот. Да похрен, там база будет на подходе скоро, так что увеличит лимит. Можем не переживать. Потом нахрен эти мониторы будут нужны. Ну, чисто в колониальных целях. Хотя уже колониальные цели. Все, но тем не менее. Угу. Ну да, выпилим их под столицу, оккупируем регион, а потом Бразилию будем жарить. В принципе, правильное решение. Я думаю, на Бразилию этой армии хватит точно. Возьмем у них Рио-де-Жанейро. Ну, в принципе, как в прошлой войне было. Эти придурки безотказные, будут топить за них в любом случае. Хотя у них выгода от этого, хочу заметить, никакой нет. Бенин. Уарий. Да-да-да, Техас здравствует. Угу. Ой, такая важная новость. Я не представляю, насколько я озабочен этой новостью, этими событиями. А то можно бросить силы на этот заруб, но я пока не буду. Потому что если я только отправлю туда, то Великобритания сразу влезет. Таковы правила игры. Ну еще сейчас тут землю получим. Еще база. Замахали эти базы. Но надо, надо. Тан-тар-дан. Тан-тар-дан. Тарен-тарен. Так, а что, вы идете? И вы идете. Так, сюда. Лимит позволяет. Сюда, сюда. А сюда главное не забывать перекидывать. Сюда. Так, вас, вас, вас. Просим вас, просим вас. И у нас. И у нас, и у вас. Боливия. А что, уже оправдан так быстро? Нет, я не против. Я думал, это будет подольше. Так, ладно. Что там, база где-то? Автомороз. А тут? Ну ладно, так. Все-таки войну за Тукуман я вам. Кидаю. Сохранку сделаю. Ну, конечно, эти придурки за них сейчас пойдут. Тут, как говорится, гадалки не ходи, это очевидно. Так. Как дела обстоят? Нельзя. Нельзя. Нет! Не пошла Бразилия! Не пошла Бразилия! Молодец, Бразилия, молодец! У этих придурков в голове возобладало что-то... Возобладало все-таки серое вещество, а не белое. Что-то у них там перемкнуло, это хорошо. Вы не такие глупые, как кажетесь на первый взгляд, Эритрея. Это может быть совсем кончено. Тут кризисы назревают, но через кризис оно хрен решится, тут других кризисов... Ну, конечно, малая Польша, это важнее, чем вот эти вот колонии. США за Польшу? Чего, блин? Пипец, нелепость. Я тут... А, мы воюем. США хочет освобождения Польши. Ну, блин, это пипец нелепо. Да уж. Ладно, сейчас возьмем столицу с большей... Я войну не оправдываю. Туплю. Да, говорю, главное работает сегодня. Какая-то слабость очень странная. Ну, кстати, союз же порвали. Да. С Аргентиной тоже, скорее всего, порвут они.
Кока? А чё так дорого? У нас усталости нет. А, ну да-да, мы ж типа, да-да-да. Разогласили Чили наши же агрессивные планы. Это так ужасно, нам так стыдно, вы не представляете, кто там такой залупистый. Франция в жопу пошла. Теперь бы так поступить бы еще с Великобританией. И все, Колумбия будет нашей. Техасская Африка, ну очень круто. Техасская Африка, это очень круто. Круто, 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 круто. Аргентина, Ямайка, 5-0. 5-0. Так, давайте, наверное, сейчас... 8-8-8, очков весело. Жарить. 8, да? Так, не суть. А в чем суть? Суть в том, в чем она есть. Спасибо, Кэп. Не за что. Так, короче, поступаем как? Побеждаем в войне с Боливией, забираем у нее регион и заканчиваем часть. Пожалуй, так. Так, сразу не забыть. Улучшить. Не лезли туда даже, не пытались, не думали, твари. Я правдашку поставил уже? Да, конечно, я не поставил. Все, вы хотите мира? Ну как, мы же взяли вашу столицу. И счет, кстати говоря. Окей. Вообще, я сохранюсь, перезапущусь, потому что счет превышает, плюс у них столица пала. Так что, очень высока вероятность, что они сейчас подпишут мир. Это не точно, но она есть, она есть. Она высока, эта вероятность. Блин, нам союз бы с какой-нибудь Германией бы. А толку? Ну, вообще, толк есть. Я хочу потом Великобританию пожарить. Конечно, у нас позиция такая сейчас, вы знаете. Ну да. Игнорировать ее, но невозможно ее вечно игнорировать. Бразилия, гумир я создал. Молодцы. Ха-ха, Техаска, Аргентина, Боливия. Так, генерастабуляцию. Мы получили с вами регион, провинцию Тукуман. Даже войска туда не вводили. Регион 28440 населения, а именно следующие провинции. Непосредственно Тукуман 8630-0829 фруктиков. Катамарка 4360-0885 лам. Винчина 2100-0261 железо. Лариоха 3880-0678 лам. Санта-Рита 3000 ровно 0,1090 фруктиков. Сан-Хуан 4440-4444, да, 3-4, 0,496 фруктиков. И Калингаст ровно 2000, 0,107 фруктиков. Ну, я бы не сказал, что это какие-то жирные или там русские земли, но ничего так, в принципе, пойдет, я бы сказал бы, да. Угу. Теперь нам надо сделать то же самое с Аргентиной, забрать у них вот эту землю, а дальше просто идти на юг. Это будет круто. Да, Техасская Аргентина выглядит эпично. Вообще эпично тут земля, таких три очага входа. Плюс тут, само собой, разумеется. Так, сейчас там у нас скоро на подходе что-то будет. Сейчас я сохранку сделаю, а то сейчас великие аргентинские разведчики нас скроют. И нам будет так стыдно, они будут так счастливы. Не надо таким голосом говорить. Бесит, бесит. Ну, в этом-то весь и суть того момента. Так, какого вы говорите 15 января, короче говоря? Так, база. Луанго. Ну, раз база, то да. И, скорее всего, здесь. Бата. Монтерей, не. А, там что-то другое было, ну ладно. Кстати, я что-то не проверил. Так, инспекцию. Инспектор гаджет. Вот скоты, они забрали эти земли, вот же сволочи. Ну, ладно, хрен с вами. Еще заканчиваю часть надо. А, я же сказал, мы победим. Ну, сейчас заберем вот эти вот земли по колонизации и подведем итоги и закончим. Просто я смысла не вижу заканчивать. В Сахаре... А, подождите, стоп, Сахару мы уже взять можем. Мы получаем Сахару! Ура! Пески Техасская Африка, такая эпичная надпись. Блин, круто. Тут мы сможем, да, только... Ну, давайте дальше по этим землям идти. Куда можем... Ну, сейчас мы все равно тут получим. Мы же не можем еще инвестировать.
Так что закинем сюда. Ну да, так, остается только ждать. Сейчас подождем. Так, Амака засчитаем. Мы получили с вами Сахару, население 14 тысяч. Да, в Сахаре кто-то живет, это весело. А именно следующей провинции. Элизия 1970 0.020 шерсти. Инсалах 2150 0.028 зернышко. Тинзауатин 3950 0.025 фруктиков. Таманрасета 3950 0.020 шерсти. И Ингезан 1970 0.054 зернышко. Такие вот земли. Почти 9 лямов уже население. Техас, весело. Что там по населению штатов? Скоро до 3 лямов дойдут. Блин, тут вообще тупая война. Это очень тупая война. Это очень тупая, беспощадная война. Италия вообще в жопе, я смотрю. Россия Аляску не продает, это хорошо. Наверное, событий еще не было. Они, наверное, купить у него тупо. Россия типа, да ладно, мы с удовольствием продадим. Сейчас глянем. Не, корки не висят, значит, еще события в США не происходило. А походу денег у них нет. Ну а чё, это аргумент. Как мы их так нагнули сильно. Так, сейчас все будет. Угу. Собираем Нигер. Здорово. Так, инвестиции тут может быть только 21-го. Мы сравняем счеты. Сюда мы можем? Нет. Так, мы получили с вами Нигер. Население 45 тысяч. Уже повкуснее. А именно, Орлит 3120, 0.014 фруктиков, Агадес 21420 шерсть, Мадамова 10800 шерсть, Бильма 8850, 0.014 фруктиков. Ну, вот такие вот земельки. Так вот довольно неплохо получается Техас к Африка. Техас стронг. Техас может в колонии. Техас может в колониализм. А, второго, блин. А тут когда? Блин, что-то я не просчитал этот момент. Тогда же нам надо заканчивать. Мы больше сюда, конечно, не достанем никуда. Не было, конечно, круто достать, но мы не достанем. Ну, наверное, тогда пора бы уже заканчивать, подводить итоги. И все, сейчас последние штришки проставлю. Где это возможно? У нас инженеров давно не делали. Так, армию концентрируем. Угу. Больше армии я тут не наблюдаю. Тут вряд ли что-то будет. Тут. А, ну, как раз таки. Не-не-не-не-не, так. А, нет, все правильно, да-да-да. Так, тебя сюда. Тут армии есть сюда. У вас объединить давно пора. Это не наш флот. Этот еще не прибыл. Тут. Ну, пусть стоит 60 тысяч. Это как бы мы намекаем Бразилии, что Бразилия. Но не надо тут с ними дружиться. Если будете дружиться, мы будем вас мучить очень сильно. Да. А сюда мы сможем кинуть только 9-го. Ну, логично, да. А больше мы никуда не отправляли экспедиции. Ну все, давайте один день отщелкнем, сохранимся, подведем итоги и закончим. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МК Баски. И мы сегодня с вами вновь продолжали играть в интересную, прекрасную, ну и, конечно же, замечательную игру. Игру довольно неплохую и интересную под названием Виктория 2. И это была у нас уже с вами какая неудачная 13-я часть. В чем ее неудача, я думаю, вы понимаете. Нам пришлось тут поуступать немножечко. Но, тем не менее, я считаю это довольно прогрессивно. Мы тут с вами, нас мучили оправдание войны, но мы с вами, опять же, выстояли. Каковы итоги? Первое, очередные колониальные успехи. Я не буду все это зачитывать, все те провинции, которые получили. Вы все сами видите. Напомните, что было, можете сравнить, если забыли. Тем более, я уже озвучил по ходу самой части. Зачем я два раза повторяю? Два раза Техасская Африка, надпись прикольно. Это первый итог. Второй итог мы забрали у Перу по стазу. Довольно неплохой регион. Вот этот вот. Не, ну как, население там еще так себе. В одной провинции что-то. Ну, а в целом, так все-таки земли лишние никогда лишними не бывают, как вы понимаете. Земли никогда лишними не бывают, вот. Так будет более правильно сказать. Второе мы забрали, третье мы забрали у Боливии регион Тукуман. И что очень важно, мы порвали союз Боливии с Бразилией. А это значит только одно, что мы потом сможем бить Боливию без союза с Бразилией. Плюс Бразилия сама по себе послабее будет по союзам. То есть мы сможем с вами... Скорее всего, с Аргентиной они порвут, наверное, скорее всего, из Чили. А скоро уже, кстати, перемирие с США истечет. Мы с вами будем кушать Пенсильванию, Огайо. У них армия 46, у нас уже 55. Плюс КША за нас будет по-любому. Ну, в общем, все здорово. Мы на коне, а весь мир
В Новом Свете, не буду говорить где. Да, Жару Каню, кстати, мы взяли, вот тоже отмечу. Кстати, сюда мы ее можем заселить, потому что сюда мигрировать будут. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МКБаски, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся в следующих видео в нашем с вами старом, добром, консервативном канале. Всем пока!